Ясное небо, приятный ветерок, шум толпы и король волков, прогуливающийся по улице. Какая ностальгия! Чего ты плачешь? Сколько мы уже не выбирались с тех пор, как глава уехал залечивать раны? Ты ведь тоже растроган? Поэтому мальцу ностальгии не было. Как-то он уже вырастет. На территории в последнее время ничего не происходило, а? Ничего значительного. Разве что парочка дебошеров вылезла непонятно откуда. Выясни все и разберись с этим. Будет сделано! Глава, я всегда говорил братьям, что вы обязательно вернетесь. Но если они узнают про мальчишку, которого вы собираетесь воспитывать? А есть ли у такого человека, как я, необходимые качества? Рано или поздно его родители найдутся. И хорошо будет, если он останется с нами надолго. Глава. Весь обляпался. Будет сделано. Блин, как я давно не озвучивала. Да ты по уши в вате. Чего? Я не буду. Сказал же, не хочу. Исчезла. Он еще совсем ребенок. К волосам прилипла. Слишком сладко. Язык позеленел. Понял. Продолжайте расследование. Найдете еще что-нибудь, сразу докладывайте. Уснул. Выяснили кое-что о мальчишке. А? Что? Правда? Можно наконец-то от него избавиться? Какие-то проблемы? Это лишь догадка. Чего? Hasta la vista, baby.